Всех приветствую на производстве взломостойки двери и сейфа компании «Монолит». Находимся на участке сборки. Передо мной экземпляр. Это совместный проект с компанией «Локсмит». Список задач, который был выставлен по данному дверному блоку, он состоял из максимальной защиты от силового взлома, максимальная защита от чистого вскрытия, максимальная звукоизоляция, уникальный внешний вид и идеальное удобство пользования. Совместно с компанией Locksmith мы некоторые эти пункты обработали, адаптировали под конкретный проект, а именно в данном проекте установлен внутренний доводчик, то есть невидимый, который будет для удобства пользования установлен. Была изменена замковая группа по 2 цилиндра замка Cheese Revolution Pro с броненакладками, с юбкой. С точки зрения как бы защиты от сверления, от силового взлома, здесь были применены 12-миллиметровые каленые пластины, плотная сетка из ребер жесткости, 2 вертикальных и 8 горизонтальных, как, собственно, на моделях двери Monolit Muscle Smart, то есть нашей линейки продукции. Это дверь 5 класса взломостойкости, уже которая защита от даже такого мощного инструмента, как болгарка. Но данный дверной блок, он абсолютно нестандартных размеров, там порядка 2,40 на 1,70 там плюс-минус. Поэтому, как бы полностью применив конструкцию 5 класса, пересекались требования по удобству пользования и защите от силового взлома. Поэтому было выбрано что-то среднее. При этом, опять же, были взяты такие опции, как максимальная звукоизоляция, как на наших моделях Monolit Muscle, либо Monolit Premium, там применяются, допустим, акустические панели, то в данном проекте были применены и с внешней, и с внутренней стороны специальный виброизолятор, который установлен непосредственно на металл, между металлом и отделкой. Друзья, находимся на объекте компании Locksmith совместно с компанией Monolit. Сегодня мы ставим супер двери, которые имеют уникальное свойство по защите, уникальное свойство по шумоизоляции и нестандартное по своему размеру. За моей спиной проходит процесс монтажа, и в принципе проект достаточно интересный, и мы готовы его повторить, если кому будет это нужно. Неважно, какой у вас список задач, и неважно, знаете вы, как эти задачи реализовать, не знаете. Главное, найдите производителя того, который сможет эти все задачи воплотить в реальность. В частности, компания Locksmith – это компания-партнер, с которой мы сотрудничаем в проектах нестандартных решений по дверям, по сейфам, по сейфовым комнатам. Обращайтесь к людям, которые в этом разбираются, которые выслушают ваши пожелания и найдут способы и ресурсы для их воплощения. Всего доброго, до свидания.